И всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами будем играть в Banning Simulator X. Если проще, то это симулятор бана. Я сюда зашел в первый раз и не знаю, что тут делать. Тут я заметил, есть магазин оружия. Такой вот. И также есть магазин рангов. Также тут есть новые порталы. И какие-то улучшения мира. Но это, наверное, себя улучшать. Ну, также тут есть еще питомцы и групповой сундук. Как я понял, здесь надо бить этих вот NPC. Нам дали 35 монеток. Также тут есть какой-то магазин талисманов. Вот тут вот показано, что он дает. Первый питомец стоит 40 монет, я посмотрел, и давайте их прямо сейчас накопим. И нам выпал обычный питомец. Но он тут не самый плохой, оказывается. Предметы. Ну, тут наши питомцы. Аккаунт. Телепорты, ну это за донат, наверное. Торговля, коды, настройки и магазин. Это если что, вот здесь я смотрел. У нас тут еще что-то есть. Time Trials. Это вроде бы путешествие во времени. Но это, наверное, в разработке. И также будут данжи еще. Давайте купим еще 3 питомцев сейчас. Накоплю еще 20 монеток. Я достаточно давно не записывал видео, потому что у меня были кое-какие дела. Давайте проверим, сколько мы будем наносить урона. По
по 30 урона с удара. Это достаточно хороший результат. Давайте попробуем убить вот этого босса. Не знаю, почему их здесь несколько, но написано, что это босс. И, кстати, мой персонаж сам за NPC ходит. И нам дали аж целых 155 монет. Ну, чуть меньше, потому что у нас там еще было что-то. Вот такой крутой меч я купил. Также у нас вот тут есть иконка и показывает английскую букву Z. Но на телефоне, и это отменяет экипировку, короче. Следующее звание за 2000. Я думал, если честно, будет намного дороже. Тогда давайте накоплю 1000 и к вам вернусь. Ну и вот, у нас есть 1000 монет. И также, когда я сражался с NPC, то мой меч стал 2 уровня. Я не знаю, где смотреть, какого уровня мечи, но они прокачиваются. Что тут есть на этой локации? Ну, конечно же, новые питомцы за 125. Это, наверное, чтобы их эволюционировать, и это магазин оружия. Давайте сейчас убьем какого-то NPC и откроем яйцо. Сразу 2 штуки. Нам выпал эпический. Он такой редкий. Прикольно. И обычный питомец. 15%. Ну, вроде нормальные статистики дают. Также тут есть автобой, который абсолютно бесплатный, но сейчас почему-то он не включается. А вот, включился. Тут показываются какие-то молоточки. Ну и наши собранные деньги. Ну, а если хотите продолжение по этой игре, то поставьте 3 лайка. Ну и на этом все. Всем удачи и всем пока.